В апреле отмечается Всемирный день информации об аутизме. В коррекционной школе Черкесска прошло выездное заседание Общественной палаты республики, на котором обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности Оли Баташева. Эти кабинеты уделены социальной именно адаптации наших детей. В кабинете, в котором вы присутствовали, он у нас оформил как жилая комната. Директор коррекционной школы Черкесска Ирина Борисова с гордостью показывает кабинеты, оборудованные по программе модернизации образования. В этой комнате стол для сервировки, посуда и все необходимое, чтобы научить детей готовить, стирать, ухаживать за жильем и получить много полезных бытовой жизни навыков и умений. В общем, они очень любят этот блок, с удовольствием ходят на эти уроки. И потом, наверное, им пригодится это все в жизни. Для этого это вообще наша основная цель. В этой школе обучаются 129 человек с ограниченными возможностями здоровья. Самый распространенный диагноз – аутизм. Задача выездного совещания Общественной палаты республики – на месте убедиться, в каких условиях проходит обучение. Представители муниципалитетов, различных органов власти, министерств, ведомств республики посмотрели, как проходят занятия с детьми, пообщались с педагогами и собрались для обсуждения проблем людей с ограниченными возможностями на круглом столе. Обмен мнениями по такой сложной проблеме, как обучение детей с ограниченными возможностями, это показатель здоровья общества. Я, пройдя по школе, честно говоря, так расстроилась и восхитилась в мужеству, в самоотверженности ваших преподавателей. Участники круглого стола обсудили лучшие педагогические практики по работе с детьми с ограниченными возможностями, а также ряд проблем. В частности, кадровые вопросы, нехватка дефектологов и других специалистов для работы с особенными детьми, улучшение материально-технической базы коррекционных учреждений республики. Будут ли новые пристройки к данным коррекционным школам, будет ли построена новая школа. Всегда говорили о создании центра, да, непосредственно, который будет курировать данное направление, а также дальнейшее сопровождение детей. Ведь мы понимаем, школа – это замечательно, но даны ли профессиональные навыки? Я имею в виду бытовые даже, не выбор профессии, быть может быть, а бытовые навыки эти дети получили, а может быть, для некоторых и выбор профессии, это тоже немаловажно в наше время. Что дальнейшее? Это дальнейшее сопровождение деток, когда они уже становятся взрослыми. Выездное заседание Общественной палаты было приурочено ко Всемирному дню информации об аутизме, который отмечают в начале апреля. К тому же 2022 год главой республики Рашидом Тимризовым был объявлен годом людей с ограниченными возможностями. Аутизм – это не приговор. Об этом говорят не только врачи, педагоги и специалисты, но и яркие детские работы, представленные на выставке в фойе коррекционной школы Черкесска. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.